Меня зовут Роман, я продукт-менеджер компании Appymatic. Я сегодня, соответственно, буду вам рассказывать про наши замечательные гарнитуры. Итак, все, кто захотел, присоединился, поэтому мы начинаем. Немножко о компании. Бренд VT был основан в 2005 году в городе Симынь, Китай. У компании есть своя производственная фабрика, на которой трудится более 100 человек. Компания VT – это один из самых профессиональных производителей гарнитур в Азии и является также одним из немногих производителей гарнитур, которые сами для себя разрабатывают и производят гарнитуры. Насколько я знаю, на сегодняшний день их всего 5 компаний. Также компания VT начинала с OEM, ODM производства для таких же компаний, как Yaring и Snom. Вот. И, соответственно, с развитием бизнеса компания VT решила производить туры под своим собственным брендом, чтобы закрыть нишу бюджетных гарнитур для колл-центров и офисов. И, соответственно, мы подписали эксклюзивный контракт с компанией VT и представляем интерес компании в России и СНГ. Так, значит, выглядит офис компании в городе Симынь. На фото вы можете видеть представителя компании, с которым мы взаимодействуем каждый день по любым вопросам, мистер Лу. Он довольно-таки часто посещает Россию, посещает различные выставки совместно с Appymatic для развития бизнеса, встречаемся с партнерами, так что имеем очень тесный контакт с нашим производителем и всегда идем в любых каких-то проектах, каких-то спорных случаях, всегда готовы помочь нашим партнерам и нашим конечным заказчикам. Так, у меня слабо грузится интернет. Я, наверное, камеру отключу. Так выглядит следующий слайд. Так выглядит у нас собственный радиоцентр компании VT, на котором вы видите профессиональное оборудование, на котором работают сотрудники компании. То есть компания VT не занимается, так сказать, только сборкой этих гарнитур, она сама ее сама разрабатывает эти гарнитуры, сама производит тесты на материалы, сама производит какие-то демообразцы пилотных каких-то серий. Вот. Так что в профессионализме компании VT и ее сотрудников вы можете быть уверены. Сферы применения, соответственно, могут быть разные, как у нас обозначалось в названии нашего вебинара. Это могут быть контакт-центры, это могут быть офисы. То есть если мы вернемся опять же к контакт-центрам, так, у нас контакт-центр может выглядеть как вот такой вот небольшой open space, в котором работают люди, которым необходимо по каким-то вопросам постоянно перемещаться по офису, контактировать с другими отделами или со своими коллегами из своего отдела. И, соответственно, каждому из сотрудников в таком офисе нужна определенная мобильность, которую можно достигнуть только используя беспроводную гарнитуру. Потому что проводная гарнитура, она всегда тебя ограничивает в движениях, ты всегда привязан к своему рабочему месту, и для того, чтобы с кем-то переговорить, тебе нужно либо отключиться, либо там переключиться на мобильный телефон. То есть здесь теряется вот этот вот контакт, удобство применения, соответственно, гарнитуры. И вот специально для таких применений существуют специальные гарнитуры, у которых нет проводов. Соответственно, у нас в портфолио бренда VT есть два вида гарнитуры. Это Bluetooth-гарнитуры, работающие по стандарту Bluetooth, и работающие по стандарту DECT. Но об этом немножко позже. Значит, далее. А вот у меня, кстати, да, я пропустил один слайд, я вижу. Тот, который я вам показывал, это был про мобильных сотрудников, да, которые используют беспроводные гарнитуры. Соответственно, есть колл-центры, обычные такие традиционные колл-центры, в которых используются, соответственно, проводные гарнитуры. Здесь, соответственно, я уже, как говорил,
человек, оператор лишается мобильности, но за счет того, что проводные гарнитуры несколько дешевле, чем беспроводные, здесь, соответственно, на каких-то больших применениях экономически целесообразно использовать именно гарнитуры проводные. Значит, да, это у нас офисы. Офисы от мала до велика, то есть от практически одного человека до нескольких сотен могут использовать на рабочем месте проводные гарнитуры для общения с коллегами из других отделов, для общения с контрагентами по любым вопросам. Кстати говоря, наша компания, компания Epimatica, полностью использует в своем парке проводные гарнитуры производств VT для общения между отделами, для общения с коллегами. То есть здесь мы как бы не просто продаем и забываем, мы сами используем эти гарнитуры каждый день в своей работе. Дальше. Также наши гарнитуры могут использоваться руководителями каких-то предприятий, каких-то компаний. И зачастую руководители предпочитают использовать беспроводные гарнитуры, потому что с ними удобно передвигаться, никогда не запутаешься с проводами. Эту гарнитуру можно подключить как к мобильному телефону, так и к компьютеру, либо к телефону. В общем, здесь есть некая вариативность, откуда руководитель может принять вызов и оставаться всегда на связи и эффективно использовать все инструменты для достижения планов компании. Ну и, соответственно, наверное, такое самое очевидное применение гарнитуры, да, это использование гарнитуры дома, использование гарнитуры для домашнего офиса, для развлечений, для общения по скайпу, либо там по зуму, в зависимости от тех программ, которые вы используете. Можно использовать для дистанционного обучения. Как мы знаем, сейчас в период самоизоляции и карантина дети обучаются на дому, и не всегда удобно использовать именно динамики, которые находятся либо на компьютере, либо на ноутбуке, поэтому, используя гарнитуры, здесь уже вот приобретается такая некая погруженность в процесс ребенка, который очень быстро отвлекается на отвлекающие его факторы. Вот. А в гарнитуре, соответственно, он полностью занят тем делом, которым и должен заниматься в обычное время. У нас есть отзыв. Добрый день. Гарнитура Bluetooth VT очень удобно используем на удаленке. Звуком и качеством довольна. Спасибо, Татьяна. Полностью подтверждаю. Гарнитуру сам тестировал у нас в офисе, как только мы начали ими заниматься. Действительно очень удобно, не жмет голову. Прекрасный звук, прекрасное исполнение, имею в виду качество. Вот. И, соответственно, можно работать целый день без подзарядки. Насколько я помню, там до 21 часа заявлено время работы без подзарядки. Так что одно из самых, наверное, удобных решений на рынке. И, к слову говоря, еще и экономичных, но об этом немножко позже. Едем дальше. Значит, модельный ряд. Да? Пробежимся немного по модельному ряду. Ну, я немножко так вкратце расскажу, какая гарнитура для чего больше подходит, для каких применений. Значит, младшая наша модель называется VT1000. Это, наверное, одна из самых бюджетных гарнитур, которая предназначена для профессионального использования в колл-центрах и офисах. Подключается она к телефону. Имеется два варианта исполнения. Первый вариант с двумя ушами, да, и, соответственно, второй с одним ухом. Соответственно, каждая компания, каждый сотрудник, наверное, волен для себя сам выбирать, какой вариант гарнитуры для него подходит больше. То есть ему нужно два уха, чтобы полностью погрузиться в общение с коллегами либо с контрагентами, либо ему нужно постоянно коммуницировать со своим коллегой, соседом, например, который расположен недалеко. И для этого ему нужно, чтобы одним ухом он примерно слышал, что происходит там в офисе, либо слушать какие-то подсказки или как-то участвовать в дополнительных обсуждениях.
У этой гарнитуры есть гибкий держатель микрофона, который позволяет удобно регулировать положение микрофона для обеспечения там, наилучшего качества передачи голоса. Также имеет облегченную конструкцию. Это, кстати говоря, применимо ко всем гарнитурам VT. Гарнитуры VT очень удобно сидят на голове, не сжимают ни в коем случае своим ободком голову, потому что при длительном применении, как мы все знаем, от гарнитуры очень часто болит голова. Я даже сам тестировал одного из наших конкурентов, не буду называть название компании, но вот по сравнению с теми образцами, которые мне удалось протестировать, гарнитуры очень легкие, очень комфортные и органично сидят на голове. Не нужно их поправлять, и в какой-то момент времени, когда либо сам занят, да, либо какой-то человек занят, который работает в гарнитуре VT, просто забываешь о том, что гарнитура находится на голове, и можно даже забыть и вместе с ней попытаться уйти с рабочего места. Значит, здесь у нас, как я уже говорил, начальная гарнитура, у которой узкополосный звук. Это, наверное, одно из самых экономичных решений на рынке. Гарантия на данное устройство составляет 12 месяцев. Также помимо, вот указано здесь у нас на слайде, поролоновые амбушюры, помимо поролоновых амбушюр в комплекте находятся еще одни запасные амбушюры, но уже с кожзаменителем. Из кожзаменителя, извиняюсь. Вот, так что здесь не нужно беспокоиться, то, что у вас что-то может порваться, и вам нужно будет в срочном порядке искать замену, либо там докупать какие-то там решения, дорабатывать. То есть здесь находится все в комплекте, уже укомплектовано на долгие годы работы. Значит, дальше у нас гарнитура VT5000. Это гарнитура, которая уже чуть повыше классом, чем предыдущая модель VT1000. Из отличий у нее появилось шумоподавление микрофона, которое позволяет отфильтровывать внешний шум и передавать, соответственно, сигнал получателю в чистом виде, без шумов, которые, как мы все знаем, раздражают и мешают общению. Здесь уже амбушюры находятся из кожзаменителя на самой гарнитуре. Также дополнительные такие же амбушюры находятся в комплектации. И дополнительно ко всем гарнитурам, у которых есть разъем QD, как у этой гарнитуры VT5000, находится в комплекте переходник QD-RJ. Этот переходник служит для подключения к IP-телефонам. И дальше чуть я оговорюсь, но также сейчас упомяну, что RJ9 есть у компании VT всего для спиновки, которые предназначены для всех видов телефонов. Вот переходник, который находится в комплекте у этой гарнитуры и у всех гарнитур с разъемом QD, они, соответственно, подходят к телефонам Yalink, которыми мы занимаемся. То есть мы обеспечили этим полную совместимость и, так сказать, синергию с другими нашими продуктами. Гарантия на данную гарнитуру составляет 24 месяца. Ну и, соответственно, разъем QD, как было сказано ранее, это очень удобный разъем, который позволяет через переходники, в данном случае в комплекте RJ9 переходник, он позволяет варьировать вариантами подключения к разным устройствам. То есть можно использовать для подключения к телефону через переходник в комплекте, можно докупить переходник QD-USB и подключить, например, либо к IP-телефону с USB-разъемом, либо к компьютеру, либо к ноутбуку. В общем, здесь полная, так сказать, гибкость в применении, и мы считаем, что данные гарнитуры очень удобны для домашнего офиса и вообще, в принципе, для работы и развлечений дома, потому что разъем QD позволяет один раз подключить там, к какому-то устройству, дальше уже варьировать, переносить ее с места на место простым отсоединением этого разъема,
принципе, он так и называется, QD, Quick Disconnect, быстрое отключение, которое позволяет быть постоянно мобильным с этим разъемом. Значит, далее у нас старшая модель VT6200. Из отличий от предыдущих двух моделей у нее уже появляется HD-звук. В данной гарнитуре можно теперь не только эффективно переговариваться с коллегами, но и также можно прослушивать музыку на данных наушниках, на данной гарнитуре. И, соответственно, наслаждаться музыкальными воспроизведениями. У этой гарнитуры есть шумоподавление, как у предыдущей модели VT5000. Без кожзаменителя разъем. Здесь уже, кстати говоря, есть вариативность разъемов. Есть разъем QD, это отдельная модель, и есть разъем USB. Прямой разъем USB, который позволяет сэкономить на переходнике QD-USB, который стоит довольно-таки много. В розницу что-то порядка 1000 рублей, может быть, чуть больше, там, в зависимости от курса. Вот. Соответственно, для тех, кому нужна гибкость, выбирают разъем QD. Для тех, кому нужна только для USB подключения, выбирают USB. И, кстати говоря, это одна из самых популярных у нас моделей, одна из самых востребованных на период самоизоляции и карантина. Так что предлагаем всем обратить на нее внимание и, соответственно, приобрести, если у вас возникнет такая потребность. Гарантия на эту гарнитуру составляет также 24 месяца. Ну, можно, в принципе, даже общими словами так обозначить гарантию по гарнитурам VT. Значит, у нас есть младшая модель VT1000. У нее гарантия 12 месяцев. И все остальные гарнитуры имеют гарантию 24 месяца. То есть одна гарнитура 12 месяцев, все остальные 24. Также переходники имеют гарантию 12 месяцев, как и младшая модель гарнитуры. Плавно переходим к беспроводным гарнитурам. Как я уже говорил, есть два вида беспроводных гарнитур, которые производит компания VT и продает компания Epimatica. Первый вид – это беспроводные DECT-гарнитуры, которые работают по радиостандарту DECT, который при помощи радиочастотных волн передает информацию. Здесь у нас на данный момент есть модель VT9000. Есть две вариации исполнения с одним, с двумя ушами. Тут уже, соответственно, под запросы конечного пользователя, кому какой вариант удобней. HD-звук, шумоподавление, защита органов слуха от резких перепадов звука, когда, например, если это колл-центр, кто-то начинает кричать или громко начинает разговаривать, и чтобы защитить органы слуха оператора, используется данная технология, и этот, соответственно, это повышение, оно гасится эквалайзером, и оператор не испытывает какого-то дискомфорта. Значит, данная гарнитура работает до 8 часов в режиме разговора. То есть здесь так же, как и с Bluetooth-гарнитурами, один раз зарядил перед началом рабочего дня, и, соответственно, можно использовать целый день. Полный заряд батареи у нас осуществляется менее чем за 3 часа. То есть, в принципе, можно оставить ее либо перед после рабочего времени, соответственно, на ночь заряжаться, либо, соответственно, если не было времени на полный цикл зарядки, можно с утра, например, немножко подзарядить, поработать до обеда, в обед тоже поставить, и, соответственно, этого времени, как рассчитано, должно хватать для того, чтобы хватило на полный рабочий день. Радиус работы DECT-гарнитуры у нас до 50 метров вне здания, 30 метров внутри помещения. Все зависит от перегородок, которые используются в этом здании, в этом помещении. Но если немножко так утрировать, то примерно получаются вот такие данные. Также на самой базе у нас имеется LED-индикация состояния вызова.
состояние собеседника и наличие, соответственно, звонка. Помимо базы LED-индикатор есть еще и на самой гарнитуре возле штанги микрофона сверху. И там тоже обозначается, находится ли человек сейчас, и вообще гарнитура используется ли сейчас, чтобы, соответственно, подходящий человек мог определить, можно сейчас заговорить с ним или нет. Облегченная конструкция, как всегда, амбушюры из кожзаменителя на любой гарнитуре. Соответственно, эта модель у нас предназначена для использования с любым IP-телефоном. То есть здесь в комплекте идет кабель RJ9. Здесь, кстати говоря, вспоминая о распиновке, про которую я говорил. То есть помните, да, есть три распиновки для, соответственно, всех видов телефона. Здесь в комплекте идет универсальный RJ кабель, который, подключив к любому телефону, можно отрегулировать. Вот здесь вот на задней стенке у самой базы есть переключатель маленький для переключения этих самых распиновок, вот, и что позволяет подключить практически любому телефону. Гарантия также 24 месяца. Далее у нас идут беспроводные Bluetooth-гарнитуры. Значит, младшая модель VT9500. Эта модель очень удобная и очень популярная по двум причинам. Первая причина – это цена. Если вы вспомните даже вот гарнитуру проводную 6200, цена у нее примерно такая же, как у этой гарнитуры беспроводной. То есть на сегодняшний день это одно из самых экономичных решений на рынке. То есть эта гарнитура прям, ну, очень удобная, очень эргономичная и очень, соответственно, как это называется, cost-effective. Цена-качество. Соответствует параметру цена-качество. Здесь у нее также идет HD-звук, шумоподавление, защита органов слуха. Работает она, как я уже говорил, до 21 часа, то есть даже больше, даже сверх того, что там положено работать оператору либо, соответственно, любому другому работнику. Полный заряд батареи менее чем за 3,5 часа. Радиус работы здесь до 10 метров. То есть, я думаю, если это небольшой какой-то open space, то практически вот офис, в котором работает компания Pimatica, полностью покрывается этой гарнитурой, ну, на нашем этаже. Значит, соответственно, есть LED-индикация на состояние вызова. Здесь она уже находится только на гарнитуре. Сама база, как вы видите, она такая маленькая, эргономичная. На ней индикации никакой нет. И что очень важно, очень часто люди путаются. Здесь в Bluetooth-гарнитурах производителя VT, я думаю, любых других производителей, сам модуль передачи Bluetooth, он находится в самой гарнитуре, а не в базе. То есть в этом случае база выступает в виде зарядного стакана. Это очень важно, потому что DECT-гарнитуры, они, соответственно, используют DECT-передатчик внутри базы и внутри самих наушников. То есть связь идет там база-наушник, база-гарнитура. А в случае с Bluetooth-гарнитурами связь идет Bluetooth-гарнитура и Bluetooth-устройство. Это может быть ноутбук, это может быть компьютер с Bluetooth-донглом, или это может быть мобильное устройство, там планшет, либо телефон, там, в зависимости от того, что использует сам человек. Значит, стандартно облегченная конструкция, амбушюры из кожзаменителя и гарантия 24 месяца. Едем дальше. Ну и, соответственно, старшая модель линейки Bluetooth гарнитур – это VT9602. Стоит она немножко побольше. Отличается она двумя вещами. Первая вещь – это радиус работы. Здесь у нас радиус до 30 метров. Предыдущая модель у нас была до 10 метров, хочу напомнить. И, соответственно, помимо этого, есть еще дополнительный порт для зарядки мобильных устройств. То есть
У данной гарнитуры в комплекте есть блок питания, который подключается к базе. Он, соответственно, питает к саму гарнитуру. И у нас освобождается USB-порт, который используется в гарнитуре VT9500, который используется, соответственно, для зарядки от либо адаптера, либо через USB. И в этот порт мы, соответственно, можем подключить любое мобильное устройство и его зарядить, что очень удобно, потому что телефоны сейчас у нас очень энергоемкие, большие экраны, все используют все сети Wi-Fi, смотрят видео, да, прослушивают музыку, и, соответственно, телефон быстро садится. Это решение, соответственно, позволяет быстро и удобно зарядить ваше мобильное устройство от свободного порта, потому что не всегда портов хватает на рабочем месте. Это могу сказать по себе. Стандартные вещи: бишуры из кожзаменителя, облегченная конструкция и гарантия 24 месяца. Так, ну и как я уже говорил, вот напоследок хотел рассказать про наши аксессуары. Аксессуаров много, аксессуары все очень разные, и, соответственно, каждому пользователю нужно выбрать, какое применение ему нужно. В условиях карантина, домашнего офиса, дистанционного обучения мы всем рекомендуем приобрести гарнитуру с QD-разъемом и дополнительно к ней приобрести переходник QD-USB для подключения к компьютеру, либо QD 3,5 мм джек для подключения, например, к тому же самому компьютеру, ноутбуку, либо к телефону, соответственно, с наличием этого порта. То есть очень удобные эти вот переходники, которые позволяют быстро менять способ подключения. Ну и помимо этого есть такие более профессиональные уже разъемы, которые используются в колл-центрах. Это разветвители различные с QD на 2 QD, чтобы, например, в ситуации, когда есть супервайзер, который контролирует работу своих операторов, и ему нужно подключиться быстро к разговору, уладить какие-то моменты, либо что-то помочь объяснить, соответственно, вместе с оператором клиенту. Он просто подходит к рабочему месту оператора, подключается через этот переходник во второй QD свободный и, соответственно, начинает общение по заданному вопросу. Вот. Ну и, соответственно, различные RJ переходники для подключения к телефону и много-много-много чего другого. Так, и дальше у нас, наверное, все. Мои контакты вы можете видеть на последнем слайде. Не стесняйтесь, обращайтесь. Если есть какие-то технические вопросы или вопросы по поставкам, обязательно мне напишите, либо можете мне позвонить. Также хотел обозначить то, что в сегодняшней очень непростой ситуации, когда гарнитуры практически как горячие пирожки расходятся по различным организациям и предприятиям, мы стараемся держать довольно большие количества на складе для того, чтобы обеспечить весь возросший спрос. Поэтому любая гарнитура, которая вам присмотрелась, которую вы уже, в принципе, продумали, как можно применить, можете найти у нас на складе в Москве. Быстро отгрузим, быстро поможем по любым вопросам и по цене, и по защите проекта. Обязательно обращайтесь либо ко мне, либо в отдел продаж. Вот. Здесь, соответственно, все очень работает быстро и четко. Возник вопрос. Подключение проводом к разветвлению. Жуть какая, давно уже не делаю. Даже как суфлер на другой конце планеты. Ну, знаете, на самом деле к нам приходили, и эти проводки довольно-таки часто берут. Именно для этого они и используются. Ну, сказать, как работают все, но, может быть, у вас просто встречались проекты, в которых они были не нужны, а вот кому-то они, соответственно, понадобились. Не могу сказать, что это самые там какие-то популярные переходники, вот, но, тем не менее, они имеют место быть и давно-давно используются. Вот, самый популярный, наверное, на сегодняшний день это переходники QD-USB и QD 3,5 мм, что, соответственно, сейчас разбирают, раскупают под домашние офисы и различные там дистанционные общения, там компании,
либо частные пользователи. Вот частные пользователи в последнее время очень активизировались. Коллеги, еще вопросы? Ну, коллеги, если нет вопросов, мои контакты, я думаю, уже все успели переписать. Вот. Спасибо, Татьяна. Да, согласен, Bluetooth гарнитуры VT очень удобны. На этом я предлагаю заканчивать. Всем спасибо, что присоединились к нам, к нашему, соответственно, вебинару. Будем рады вас видеть на наших новых вебинарах и будем видеть вас рады в числе наших партнеров и наших покупателей. Всем спасибо, всем до свидания, хорошего дня.